بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры мы приветствуем вас на телеканале Хади ТВ 3 на передаче философия восстания имама Хусейна да будет мир ему и мы с вами оговорили и рассмотрели четыре основных причин почему имам Хусейн восстал против узурпатора Езида да проклят его Аллах и конечно же мы с вами будем продолжать данную тему. Есть и другие причины, которые не столь подчеркнуты, сколько вот эти четыре, которые мы до этого обсудили. Но в то же время некоторые посчитали эти причины, скажем так, причиной восстания имама, да будет мир ему. И в этом нам поможет наш эксперт, Ходжатул Ислам валь муслимин, шейх Курбан. Шейх Курбан, саламу алейкум ва рахматуллах. Шейх Курбан, как я уже сказал, мы с вами рассмотрели четыре причины восстания имама Хусейн, да будет мир ему. И вы, я помню, что на предыдущей передаче говорили, что есть еще другие причины восстания, но они, я как понял, не являются столь выделенными историками. Как я понял, по крайней мере. Хотелось бы обсудить эти причины, о которых мы не упоминали. Прошу вас. Ауду биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насрин, ва муин. Вассалату вассаламу аля сейдил анбияй вал мурсалин, ва аля алихи тайбин ат-тахирин аль-ма'сумин, ва ла'нату ад-даимату аля а'даихи маджма'ин, иля кияуми йаумиддин. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Я на прошлой нашей встрече это же говорил, но повторюсь еще раз. Хотелось бы немножко коснуться и немножко более подробнее еще поговорить о том, о четвертой причине точнее. То есть таблир, да? Да, о донесении. А потом уже перейдем, если позволите, то есть более подробнее поговорим о четвертой причине. Да, конечно, если есть что-то добавить, конечно, обязательно. Ну, на самом деле, эта причина, она, этот фактор восстания имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, слишком ярка, слишком всесторонне и слишком ярко проявляется в этом восстании. И поэтому было бы неправильно не договорить что-то, и было бы неправильно халатно к этой теме отнестись и как-то вкратце ее обсудить и пройтись по ней. Я напомню, что напомню основные моменты, которые были озвучены нами до сих пор относительно этой темы, относительно этой причины. Как мы говорили ранее, имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, именно по этой причине покинул Медину, потому что ни страх и ни какие-то другие причины не двигали им. И как мы видели из множества речей имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, некоторые из которых мы зачитывали, некоторые не стали зачитывать и не были зачитаны. Но в любом случае этих слов было много, и очень часто имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, указывал на это, на то, что где бы он ни находился и чем бы он ни занимался, он так или иначе будет убит этими людьми, они его в покое не оставят, он неоднократно это повторял. Поэтому ни страх, ни бегство не были целью, не были мотивом выхода из Медины, а именно желание донести свое послание. И именно поэтому он отправился в самый многолюдный город мусульманского мира, в Мекку, и именно поэтому его светлость имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, именно для того, чтобы обратить внимание на свое восстание, обратить внимание на то послание, которое он хотел донести до мусульман, он покинул Мекку 8 числа Зульхиджа в разгар процесса хаджа, в разгар церемонии паломничества. Именно поэтому, как мы уже говорили, имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, взял с собой свою семью. И мы видим из истории и увидели, насколько это было эффективным шагом, насколько это было дальновидным и правильным шагом. Почему? Потому что именно это семейство, в первую очередь женщины, из семейства его светлости имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, донесли то послание, которое хотел донести имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, нес имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. Мы видели это послание в Куфе, где, ну, опять-таки, возможно, кто-то не знает,
семейство его светлости имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, женщины и дети, то есть дети были там абсолютно разных возрастов, 5 лет, 4 года и так далее. Были женщины, молодые девушки, взрослые женщины. Все они были взяты в плен врагами. Ну, на самом деле здесь происходили очень ужасные события, потому что они не были просто пленными, к которым обращались, с которыми по-человечески обращались. Обращение было самое, что ни на есть, ужаснейшее. Конечно, со стороны, когда наблюдаешь, это кажется ужасным, но для тех людей, которые находились в этих событиях, то есть подвергались к этим испытаниям, этим пыткам и терпели эти тяжелые времена, для них эти трудности, они, конечно же, неописуемы. Это мы можем спокойно говорить, а на самом деле это было очень страшное. И дело даже не в том, что им было больно, им было тяжело, понимаете? Когда в вашей группе когда целая группа людей взята в плен, и в этой группе есть дети, которые голодают, которых мучает жажда, которые терпят холод, терпят жару, терпят страдания. И я не говорю уже о тех страданиях, которые они испытывали, видя головы, отрубленные головы своих родных на копьях. Это ведь тоже было и доходило до пика ужаса все это. Почему? Потому что порой на этих копьях можно было видеть головы и младенцев. Того же самого Али Асхара, шестимесячного сына имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, которого враги также убили посредством стрелы из лука. А имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, похоронил этого ребенка. Похоронил этого младенца. Но после того, как состоялась битва, после того, как все боеспособные люди из лагеря имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, были убиты, пали мученической смертью, здесь началась торговля. Торговля, а именно в том виде, что люди стали отрубать головы уже убитых людей, уже убитых, и делали они это с тем намерением, чтобы получить за это награду, естественно, у езида, езида ибн Муавия, который их и отправил туда. И эти люди, в общем-то, надели все эти головы на копья, они не просто скрыли эти, не положили в какое-то там какое-то место, они хотели демонстрировать. Прошу прощения, они раскопали даже, получается... Да, они раскопали шестимесячного ребенка и отрубили ему голову. И также, естественно, даже ситуация такая была, что тот человек, потому что они не знали, где он похоронен, где имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, похоронил этого младенца. Но был один человек среди них, который специально выслеживал имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, чтобы посмотреть, где он его похоронит, с тем намерением, чтобы потом его достать оттуда, отрубить ему голову. То есть, что я хочу сказать, здесь трудности были просто неописуемые. Те трудности, с которыми столкнулись те живые люди, которые попали в плен после имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, их трудности просто неописуемы. Они не просто пережили потерю и смерть, мученическую смерть своих родных. Они просто терпели страдания в виде жажды, голода, жары, потому что их перевозили специально так, чтобы они страдали. Ночью в тех местах, куда они, в том числе в Дамаск, когда их везли, ночь была очень холодная. Они их везли в открытой, в повозке, всех они их везли в открытой повозке. И здесь они страдали. Страдали в первую очередь, конечно же, слабые дети. Дети в первую очередь страдали. И днем также это была открытая повозка, а днем было очень жарко, то есть под палящим солнцем, без воды, без еды. Помимо того, что все они это терпели, они также терпели очень страшные и ужасные пейзажи в виде
отрубленных голов своих родных, в том числе 6-месячного ребенка. Но несмотря на это, эти люди очень мужественно, это колоссальный пример для всего человечества. Это беспримерный, не имеющий себе аналогов пример в истории всего человечества. Эти люди, несмотря на то, что все это терпели, подверглись всем этим испытаниям и трудностям, они все-таки, они так или иначе не отказались от той обязанности, от того долга, который был возложен на них, а именно донесение послания имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Возвращаясь к нашей теме, то есть имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, взял этих людей, своих женщин, несмотря на то, что мы видели, что многие понимали, что они попадут в плен, они будут страдать, они подвергнутся трудностям. Но имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, по приказу Всевышнего, как он ясно и четко об этом говорил, то есть недвусмысленно говорил о том, что это повеление Всевышнего, это желание, это то, что хочет Всевышний, чтобы они оказались в плену, чтобы смогли донести послание имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. И они донесли это послание, то есть имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, с этим намерением. Ну, также мы говорили о некоторых других аспектах. Очень важно обратить внимание на само событие Ашуры, на то, как все это происходило. Очень важно. Важно обратить... Дело в том, что если мы... Чекуба, я прошу прощения, можно мы продолжим? Хорошо, конечно. Вопросы? Уважаемые телезрители, после небольшого перерыва мы снова встретимся в нашей студии. Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Я напоминаю, вы находитесь на передаче «Философия восстания имама Хусейна, да будет мир ему», где мы обсуждаем причины восстания имама. И мы говорили с вами о четвертой причине – это донесение ислама до людей. И хотелось напомнить то, что у нас в студии находится Ходжатул Ислам Аль-Мусуми, шейх Курбан. Шейх Курбан, я снова приветствую вас. Мы с вами говорили о... естественно, четвертой причине, точнее, продолжали говорить. И вы затронули такую тему о событиях Ашуры, то есть все то, что происходило именно в день Ашуры. Хотели об этом нам рассказать. Прошу вас. Да, дело в том, что если мы будем объективны к истории, к тому, что происходило до сих пор в мире, посмотрим на то, как развивалось человечество, и посмотрим на то, что больше всего влияло на историю человечества, то на то, что больше всего меняло историю, больше всего разворачивало человеческий ход развития человечества в том или ином направлении, то что мы можем назвать таковым? Что мы можем назвать основным фактором направления развития человечества? Что больше всего, что именно сыграло здесь важнейшую роль? Если мы будем объективны в данном вопросе и внимательно посмотрим на историю, то как минимум, одним из важнейших факторов в истории человечества будет именно кровь. То есть кровь
является тем фактором, который пишет историю. То есть именно кровью пишется как минимум отчасти. Не будем утверждать, не будем далеко заходить и говорить, что это самая важная составляющая истории человечества, сам фактор истории человечества. Мы скажем, один из важнейших, по крайней мере точно, один из важнейших факторов. Факторов, которые меняют историю человечества, которые меняют направление движения человечества. И, естественно, имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, это прекрасно знал, что история отчасти пишется именно кровью, и понимал, что для того, чтобы поменять ход истории, в частности, исламской уммы, движения исламского общества, необходимо пожертвовать своей жизнью. Как мы раньше говорили, понимаете, после его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, исламское общество так или иначе заблудилось. Оно пошло не в том направлении после смерти, после кончины его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мусульманская община, как минимум, из-за своего решения присягнуть не тем людям, которым завещал присягать его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как минимум из-за этого они заблудились, они пошли не по тому пути. И многое из того, что происходило в исламском мире, говорит именно об этом. То есть я не говорю о временах Муавии и Езида, я говорю о предыдущих этому временах. Те люди, которые помогали его светлости пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, при жизни, они после кончины его светлости, они пользовались этим для своих материальных благ, для того, чтобы с помощью этого обогатиться и прибавить комфорта и удобства, и шика в свою жизнь. И именно об этом говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил, что я не боюсь, что вы повернете вспять после моей смерти, то есть я не боюсь, что вы станете многобожниками и идолопоклонниками. Я боюсь, что вы будете сгнаться за мирскими богатствами. Конечно, сразу же после кончины его светлости пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, те беды, которые уже начали постигать мусульман, не были так масштабны. Но, как мы знаем, если общество хоть чуть-чуть отошло от какого-то пути, чем дальше оно идет, чем больше проходит времени от отправной точки, тем дальше оно заблуждается. Это как прямая линия. Это если есть прямая линия. Если мы представить прямую линию, линию ислама, линию, которой доволен Бог, и представить, что вначале люди отошли от этой линии, хоть не на чуть-чуть, то чем дальше эта линия идет, то тем больше расстояние между истинной линией и этой кривой линией. Именно это произошло в мусульманском мире. И это направление исламского общества, имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, должен был сменить своей кровью, пролить свою кровь, дабы донести истинное исламское учение, истинное послание. И здесь мы наблюдаем намеренное. Это те сцены, те события, которые происходят в Кербеле в день Ашуры, они слишком кровавые. Кровавые в том значении, что с одной стороны мужество, героизм, самоотверженность сторонников имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, которые готовы на этом пути пожертвовать всем, не готовы нисколько отступить от того, ради чего они сражались, ради чего они боролись. И делают это они мужественно, делают они с честью. А с другой стороны, мы наблюдаем коварность, низость, подлость, трусость и все остальное. Взять хотя бы историю, которая произошла с Абуль-Фадл Аббасом, алейхиссалату вассалам,
Это Мактал Мукаррар. Он в своей книге пишет, описывает то, что происходило в конце этого дня, дня Ашуры. Обратите внимание. قال الأباس قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن آخذ ثار منهم. Абу аль-Фазл Аббас говорил о том, что, то есть, это конец дня. Это многие из подвижников имама Хусейна алейхиссалату вассалам, если не все сподвижники, пали мученическую смертью. Остался имам Хусейн алейхиссалату вассалам и его брат Абу аль-Фазл Аббас. Он говорит, я устал от этих лицемеров. فأمره الحسين أن يطلب الماء للأطفال. Уже три дня, это уже третий день, когда имам Хусейн алейхиссалату вассалам и его семейство, и те люди, которые были вместе с ним, уже не пьют воды, то есть нету никакой воды, уже три дня. И это нужно понимать, что то есть это. Три дня они не пили воду, да, получается? Три дня они были без воды, это в пустыне, очень жарко. Вы представьте себе, то есть мусульмане, которые держали пост летом, в жаркую погоду. Это очень тяжело. Пост, который длится 10 часов максимум, или сколько там, да. 12 часов, может быть, 18 часов. А это три дня. Это целых трое суток. Имам Хусейн алейхиссалату вассалам повелел Аббасу попросить у них воды, у врагов, попросить воды для детей. Сражающихся людей уже не осталось, то есть нету никого, кто мог бы сражаться. فذهب الأباس إلى القوم وأزهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع. Абу аль-Фазл Аббас отправился к ним и попросил воды, стал их увещевать, наставлять и пугать их наказанием Бога за то, что они делают, за то, что они мучают детей, невинных детей и женщин. فلم ينفع. Это никак не помогло, они никак не реагировали. فنادى بصوت عال يا عمر بن سعد. И здесь Абу аль-Фазл Аббас громко закричал, то есть стал громко говорить и обращаться к лидеру, к главе, к главнокомандующему этих людей, Умар ибн Сааду. هذا الحسين ابن بنت رسول الله. Это Хусейн, это сын дочери посланника Аллаха, это внук посланника Аллаха. قد قتلتم أصحابه وأهل بيته. Вы убили всех его сподвижников и убили членов его семейства. وهؤلاء عياله وأولاده أتاشي. То есть, а то, что осталось, это его семейство и дети, которые не могут сражаться. То есть, это женщины и дети, которых мучает жажда. فأسقوهم من الماء. Так напоите же их водой. قد أحرق الزماء قلوبهم وهو ما ذلك يقول. То есть их мучает жажда, они умирают от жажды. Здесь продолжается речь Абу аль-Фазл Аббас, но вот что они говорят, это обратите внимание на это, я на это хочу обратить внимание. Шимр ибн Зуль-Джаушан тоже закричал, очень громко стал говорить следующее. Здесь также говорится: فأثر كلامه في نفوس القوم حتى بكى بعضهم. То есть, услышав то, что говорит Абу аль-Фазл Аббас, люди, эти враги, это на них подействовало, и некоторые из них даже стали плакать. И здесь Шимр тоже громко начал говорить: «Я бин Аби Тураб», то есть, «О, сын Али бин Аби Талиба», «Ляу кана ваджху л-ард куллуху маан ва хуа тахта айдина лама сакайнакум». Если бы вся эта земля была бы из воды, переполнена водой, и вся эта вода была бы под нашими ногами, то даже в этом случае удивительно мы... Удивительно слышать такое от Шимра, который как в свое время был последователем имама Али и даже сражался в его войске. Это же Шимр сказал? Да. Это очень удивительно. То есть он говорит, что «Лама сакайнакум минху катратан». Мы даже не готовы дать вам хотя бы одну каплю воды. То есть с одной стороны, это все, конечно же,
очень ярко. Это раскрывает истинное лицо угнетателей, тиранов. Это показывает то, чем они являются. И это также на фоне чего? На фоне того, что делал имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. Я ранее говорил об этом, что послание имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, оно не ограничивалось просто посланием ислама. Это помимо его послания, помимо ислама, было посланием человечности. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, за несколько дней до этого, когда отправлялся в Куфу, ему переградили путь. Переградил путь Хурр ибн Язид. По разным преданиям, там около 1000 человек было с ним. Меньше 1000 или же 1000, неважно. Было много людей с ним. Их количество превосходило количество войск имам Хусейна, алейхиссалату вассалам. И эти люди долго находились в пути, у них не было воды. То есть это было большое войско. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не просто поделился своей водой с ними, с теми людьми, которые преградили ему путь и не давали ему двигаться в сторону его цели, в сторону Куфы. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не только напоил их, но даже напоил их лошадей, потому что они были истощены также. То есть, насколько это разное поведение, разное отношение. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, таким образом научил, дал понимание того, что такое истинная человечность. И здесь, в этой истории, которую мы зачитали, Абуль-Фадл Аббас, услышав эту речь Шимра, решил достичь воды и принести детям воды, принести женщинам и детям воды. Он в одиночку напал на этих людей и пробился через них, сумел пробиться через них к воде. И здесь очень важное событие произошло. Вот как описывает Мукаррар это событие. وَلَمَّا اَغْتَرَفَ مِنَ الْمَا لِيَشْرِبَ تَذْكُرُ أَتَشَ الْحُسَيْنِ. То есть, когда он достиг воды и уже мог испить из нее, когда он уже взял воду, чтобы испить из нее, تَذْكُرُ أَتَشَ الْحُسَيْنِ. То есть, он вспомнил жажду, которую испытывает имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, и его семейство. وَمَنْ مَأَهُ تَذْكُرَ أَتَشَ الْحُسَيْنِ وَمَنْ مَأَهُ. Вспомнил, насколько тяжелым состоянии находится имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, и те люди, которые с ним. فَرَمَ الْمَاءَ. И он бросил воду. На самом деле, если рационально судить, если рассуждать, насколько это было правильно, мы, конечно же, придем к выводу, что это неправильно. Почему? Потому что человек истощен, обессилен, ему намного было бы лучше, намного лучше было бы испить это из воды, набраться сил и уже потом сражаться с этим войском. Но ведь здесь не этот фактор играет, не фактор расчета играет. Здесь совсем абсолютно другие факторы. И сам Абуль-Фадл Аббас об этом говорит. Он, бросив воду, сказал следующее. Я понимаю, познание Абуль-Фадла, тема имамата и вообще кто есть имам и так далее, это все препятствовало тому, что он не мог выпить, он знает, что его имам, он жаждет воды, то, что его там семья жаждет, он не мог выпить. Это больше относится к познанию человека. Да, обратите внимание, он сам говорит об этом. Он, бросив воду, сказал следующее. Это приведено в Мактал-Уль-Мукарра. Я нафсу мин бу'дул-Хусейн хуни, ва ба'даху ла кунти ан такуни. Шейх Курбан, я прошу прощения, давайте тогда оставим стих, который сказал Абуль-Фадл Аббас, на следующую передачу тогда, на следующей передаче поговорим об этом. Спасибо вам большое, шейх Курбан, за такое разъяснение. Уважаемые телезрители, к сожалению, наше время подошло к концу, мы вынуждены с вами прощаться, но мы обязательно продолжим наше обсуждение на следующей передаче. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.